легкий и вкусный ужин можно приготовить за 20-25 минут, если у вас в наличии есть свежий карп и немного вина. Рыба, томленная в вине, понравится по вкусу не только вам, но и всем вашим родным. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте указанные ингредиенты. Рыбу очистите от чешуи. Спарите карпу брюшко и удалите внутренности. Тщательно промойте внутри и снаружи. Разрежьте рыбу на порционные части, срезая голову, хвост и плавники. Разогрейте в сковороде растительное масло и выложите в него кусочки рыбы. Обжарьте с обеих сторон по 3 минуты до румяности. Присыпьте рыбу солью, молотым черным перцем и добавьте лавровые листья. Можно дополнить блюдо любыми приправами и специями по вашему вкусу. Влейте красное или белое вино любой крепости. Лучше всего использовать столовые вина, они сладкие, они перебьют запах рыбы и подарят блюду легкую кислинку во вкусе. Накройте сковороду крышкой и потушите примерно 10-12 минут на умеренном нагреве до испарения вина. За это время рыбная мякоть выпустит сок. Можно добавить в самом конце спрессованный зубчик чеснока, если любите такие ароматы и вкусы в блюде. Выложите части карпа на тарелку и дополните оставшимся соусом. Подайте к столу блюдо теплым. Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!